Дорогие друзья, всем привет! Адлер сегодня опять, я уже устал это повторять, что мы в Адлер переехали. Перееду я скоро, да? Сегодня у нас опять будет вторичка, которая снизилась по цене. Сейчас цена очень хорошая, очень интересная. И находимся мы сейчас на территории жилого комплекса Green Sail 2. Это у нас первая береговая линия, классный дом. Ну, сейчас сами все увидите. И квартирка тоже будет классная. В конце, как всегда, у нас будет цена. Вторая береговая. Вторая береговая? Итак, друзья, заходим в холл. Нас на лифте, да, мы поедем? Здесь консьерж. Бесплатная, да, велосипедная стоянка. А вот это на парковку, да, видимо? Итак, друзья, мы поднялись на 7-й этаж. И сейчас пойдем в квартиру. Подъезд у нас коридорного типа. Что, мы заходим, да? Так, заходим. Да, конечно, разуемся. Красотища у вас такая. Так, это мы сразу попадаем на кухню. Вы бы, если бы чуть-чуть мне помогли, я бы... А то я сейчас сам буду все изучать. Так, кухня у нас. Здесь. Буду сейчас сам изучать тогда, да? Здесь слева у нас получается... Как бы комната, то ли гостиная, то ли спальня. Ага. Можно так. Кондиционеры в этих дальних комнатах, в обоих комнатах. Высокий потолок 3,10. Ага, вы здесь сделали, чтобы там было светло, да? Чтобы было светло. Теплые полы везде. Теплые полы по всей квартире? Да, по всей квартире. Прям классно, что вы так сделали. Так, вот здесь у нас... Туда, в окошко, туда пойдем посмотрим. Что-то интересное такое, вот этот вот изгиб. И вон оно море. Так, вот он, друзья, что касается коммуникации. Здесь в доме газ, газовый котел спрятан, да, на кухне. Да, отопление, теплые полы исключительно газом топят. Ну, то есть он двухконтурный, да? Один контур идет на горячую воду, второй на теплый пол. Платежа. Делали ремонт для себя, поэтому даже фильтры для воды устанавливали. Угу, вижу. Вот отдельный краник питьевая вода, отдельно водопроводная. Подскажите, пожалуйста, сколько выходит у вас за коммуналку? Давайте, наверное, начнем с того, мы сейчас зашли, вообще все забыли. Какая площадь? Площадь здесь 70 квадратов, 69. Угу. 69. Распланирована она? Была свободная планировка, угу. Да, планировали для себя. А вы как ее, в двухкомнатную сделали? Трех, вы еще в третьей жили. Трехкомнатная, да, получается? Трехкомнатная квартира. Ага. Газ сюда входит. Угу. Платим мы 30 рублей за квадрат, это обслуживание. Дома, все, угу. Лифты, уборка территории, все сюда входит. С нашей площади выходит 2500. 2500? 2500 выходит обслуживание, остальное все по счетчикам платим. Вместе с интернетом совсем, ну не больше 4,5 выходит, 4-4,5 вот. Ага, классно. Холодное отапливаемое. У нас, я еще раз по всем говорю, блин, 53 квадрата площадь там в нашей квартире. Сколько мы? 8 тысяч сейчас платим за коммуналку. Да, эту комнату мы сняли, давайте в следующую. Быстро, прям вообще огонь. Тебе понравилось? Ну, наш формат. Так, это у нас спальня. Ага, здесь получается шкаф-купе. Причем хорошего, да, такой глубины? Высокий. Угу. Да, здесь также кондиционер установлен. Так, вот у нас здесь пространство такое свободное. Я бы, не знаю, что-нибудь бы тут придумал, мне кажется. Да, кто-то думает столик, стульчик. Как мини-офис бы. Кофе пить. Кто-то вот подберет эти занавески и площадь расширится. Угу. Вид из окошка, обратите внимание. Да, море. Горы сегодня хорошо должны быть. А, да, у нас получается с той стороны, смотрите, горы. С этой море. В общем, все, что есть, вся красота, которая в Сочи, с этой квартиры, да? Ее видать. Такие у вас двери красивые. Это у вас все в классическом, да, стиле? Ну да, нам нравится. Классика всегда в моде. Угу. Поэтому... Так, ну это детская, да, небольшая? Это, да, небольшая спальня. Угу. С
Свет здесь хороший, в принципе, яркий. Сделано окошко, открывается, вентилируется. Хочешь, дверь открыл, там кондиционер также включил, поэтому здесь прохладненько. Вот даже днем сейчас, но не темно здесь. Ну, да. Это спальня. Везде кабели выведены, розетки под телевидение. Здесь такой же можно поставить шкаф-купе, таких же размеров тоже. Ну да, тут прям место прям под него. Это бельгийская плитка, вот это испанская, и ванну пойдем покажу, тоже испанская плитка, здесь везде теплый пол, отдельное отопление по контурам, надо вам, обогреваете здесь, надо отдельно в спальнях, как удобно. Класс. Высокие шкафы кухонные, за счет высоты. А посудомойка, что-то такое есть? Нет, посудомоечной машины нет, не пользуемся. Ну, здесь газ, да, Bosch. вытяжка. Пойдемте в ванную комнату. Даже здесь у вас шкафчики, да, какие-то? Да, даже здесь удобно. Там газовый счетчик, и они вместительные, большие, там метр глубиной, то есть какие-то вещи, что-то удобно очень можно расположить. Ванная комната. Проходите, посмотрите. Здесь будет устанавливаться в ближайшее время душевой, да, угол. Прям люстра, ванная, конечно, да. Да-да-да. Классика, так классика. Все остается, все, что мы видим, или что-то забирается? Остаются шкафы-купе, кухня полностью со встроенной техникой и мебель ванной. Стиралку забираете? Да. Холодильник забираете? Да. Люстра? Нет, люстра оставим. Люстра оставляем. Вот смотрите на шкаф-купе. О, ничего себе. Можно даже зайти, он большой такой, да, вместительные полки. Да, вот это вообще прям, очень удобно. Домах это прям детская комната, я бы сказал. Кабинет. Закрылся от всех, да, с ноутбуком сидишь. Иногда и взрослый. Тоже теплый пол везде, плитка испанская. Сантехника, брали хорошую. Не экономили на этом. Здесь тоже он прям с люстрами, мы, конечно, постарались. Так, ну что, я предлагаю сейчас прогуляться до моря, да, чтобы понятно было людям, не местным, какой путь до моря. Погода хорошая, да. И, в принципе, дойдем до моря и там объявим вам стоимость этой квартиры. Стоимость, я напоминаю, снижена. Была она, наверное, на пару миллионов изначально дороже. То есть по средней цене сейчас собственник снизил цену. И цена довольно-таки привлекательная. Ну все, пойдемте до моря. Итак, мы вышли на улицу. Вот он, наш дом. И сейчас я предлагаю прогуляться до моря. Здесь вот хозяйка обращает внимание, что недавно положили новый асфальт. Так, ну что, друзья, мы прошли буквально здесь, наверное, 5 минут пешком. Вон он, краешек нашего домика. И вот оказались на вот таком вот пляже. Широкий, кстати, классный пляж. Вы ходите сюда летом? Да, ходим, купаемся, да. По два раза на день. Да? Ну, вы с детками, наверное, потому что, да? Удобно, хорошо, рядышком. Я новый вас понял. Новый асфальт постелили. Захотел на роликах, на велосипеде. Он не центральный пляж, чтобы сказать, что здесь толпами ходят люди, здесь негде лечь, такого нет. Вот этот пляж вообще глухой, пустой. Там вообще пусто. Тут, кстати, Леша говорит, что все говорят, что это дача Жириновского. И даже вот новая собственница говорит тоже, им это то же самое говорят, что это дача Жириновского. Ну, уже я больше 15 лет это слышу. Может, поэтому у нас асфальт свежий постелили? Может, действительно дача Жириновского? Может быть. Вот здесь рыбку свежую можно купить. Рыбаки приплывают каждый день, свежая рыба. Рыбку съесть. Ну, в общем, плюсов масса. Давайте, наверное, уже подводить итог. Цена? Какая цена на сегодняшний день? Цена 9900. Я просто говорил уже, что она была. Что у застройщика сейчас черновые квартиры по 8,5. миллионов. Квартир в этом доме осталось мало. На восьмом этаже и остатки, там буквально 3 квартиры. Да и у вас она стоила изначально 12 300, по-моему. У нее кадастровая стоимость 4,5 миллиона. Да, но это кадастровая. И мы покупали тоже, естественно, цена уже росла. За то время, пока мы здесь живем, уже квадрат подняли на 50 тысяч. А цена будет расти в связи с новостями сегодняшними. Вот.
к морю, ближе 400 метров уже вряд ли что-то построят, выше 3 этажей, да, как мы все знаем. Рядышком все близко, удобно, аэропорт, транспортные развязки. А, знаете что, скажите нам, пожалуйста, вот если жить с семьей, например, в школу ребенка, в садик, насколько все это дело близко? По набережной вот здесь идешь, буквально, я не знаю, 10-12 минут школа. Угу. По набережной прям? Да. Реально, это супер путь на школу. Да, школа. Здесь одна школа. От школы до моря расстояние вот. Через вот прям здесь? Да, и одна школа на Ульянова, напротив ЗАГСа. Мы ходим туда, в ту школу. Угу. Ну, а садик? Садик прямо напротив, напротив дома. Угу. Через дорогу напротив дома. А, магазины там что-нибудь продовольствие? Есть рынки, магазины. Через дорогу, да, все? Торговый центр «Апельсин». Можно посмотреть по карте, фотографии, у них сайт есть. Рядышком? Прямо напротив. А, напротив. Аптеки, магазины, оптовый. Все рядышком. «Магнит» рядом есть. Парк детских развлечений недалеко. Можно пройти в ту сторону, к центру. Короче, вы бы жили да жили, да? Но обстоятельства так сложились. Ну все, друзья, на этом все. Такая вот красивая, классная квартирка по хорошей цене. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, звоните. Сейчас наш общий номер появится на экранах. Все, всем пока, всем удачи.